Украина заслуживает более объемную помощь стран Запада. Об этом сегодня в ходе международной конференции в поддержку Украины в Киеве заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Он отметил, что правительство уже осуществило ряд реформ и важных шагов для их проведения, но многое зависит от терпения украинского народа. Не хочу нічого ні з чим порівнювати, але Греція вже отримала 300 мільярдів доларів. У них немає війни, немає російських танків, вони не борються з ядерною державою. Україна отримала приблизно 30 мільярдів євро у рамках загальної підтримки МВФ «Великої сімки», маючи населення в 4 рази більше, ніж у Греції. Для нас дуже важливо залишатись єдиними і бути відповідальними всім тим реформам, які вже впроваджуються в Україні. Это заявление и международные встречи, которые проходят в Киеве, будем обсуждать с политологом-международником Андреем Бузаровым. Он гость нашего эфира. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Андрей, ну, в первую очередь, не ходя далеко, а заявление Арсения Петровича о том, что Украина заслуживает более объемную помощь от стран Запада и приводит пример Грецию. Вот насколько уместно, в принципе, сравнение с Грецией? Вы знаете, я только что приехал с этой конференции, там будет перерыв до 15:45. Постараюсь успеть вернуться, внимательно слушал все, что происходило официально и в кулуарах, так сказаемые. Да? То есть тенденция такая, что Украина всячески пытается, украинская дипломатия, украинское правительство пытается показать необходимость поддержки, более активной поддержки страны Евросоюза. Но если посмотреть внимательно на позицию чиновников Европейского Союза, институций Европейского Союза, то они считают, что та помощь, которую уже они выделили, она является достаточной. Поэтому все это больше как разговоры, но не думаю, что практически какие-то результаты будут. Европейский Союз не будет лезть изо всех сил для того, чтобы там еще больше увеличить помощь. Они считают, что не так, достаточно делать. Ну, это их позиция, их мнение. Ну, было бы интересно поделиться еще вот то, что вы слышали в кулуарах, интересно. Да, человек, там... который вот оттуда приехал. Ну, в основном тенденция такая, что не совсем многие позитивно восприняли саммит вчерашний, который был Украина-ЕС, да, потому что заявление, окончательное заявление по поводу этого саммита, оно содержит очень много формулировок абстрактных, декларативных, без какой-либо конкретики, особенно по поводу безвизового режима там, и других моментов. То есть все дипломатические фразы, дипломатические такие моменты, конкретики никакой нет. На сегодняшний день многие украинцы, многие политологи, многие граждане хотят четкий план действий, чтобы Европейский Союз предоставил. Даже в кулуарах нет конкретики и более каких-то... Только мнение, да, причем противоречивые очень часто. Хотят от Европейского Союза четкий план действий. Не восточного партнерства, которое уже себя изжило фактически, и было разработано Польшей, предложено Польшей и Швецией уже в других вообще реалиях. То есть на сегодняшний день другой должен быть план. Его Европейский Союз, судя по всему, пока не готов предоставить. А как отреагировали на заявление Порошенко о том, что Украина через 5 лет будет подавать заявку на вступление в Евросоюз? Вы знаете, было заявление до этого Йоханнеса Хана, Верховного комиссара по расширению, который сказал, что в ближайшие 10 лет расширения не будет. Угу. И вот эти вот два заявления, вы знаете, они очень противоречивы. Поэтому Йоханнес Хан, кто бы что ни говорил, он выражает позицию всего Европейского Союза. И если что-то он говорит, это согласовано с ключевыми странами Европейского Союза, Францией, Германией и другими. Поэтому нужно ориентироваться на вот этот срок, на 10-летний. Подать заявку можно, но когда она будет рассмотрена, это другой уже вопрос. Подать заявку можно и сейчас, ну, и вот через год, дело, и через да. два, и через 5. А насколько это все будет эффективно? Недавно конференция была в дипломатической академии, на которой профессор одного из ведущих вузов Украины сказал, что 20 лет даже может быть недостаточно. Ну, будем смотреть. Сейчас к информации. Мэр Харькова Геннадий Кернес не явился на очередное судебное заседание по своему делу. Его адвокаты заявили, что сам Кернес повестку на суд в Полтаве не получал. И сам сейчас находится на плановом курсе лечения в одной из клиник Италии. Учитывая эти обстоятельства, суд перенес рассмотрение дела на 18 мая. Тем временем на неявку мэра Харькова в суд уже отреагировал глава МВД Арсен Аваков. По словам министра, правоохранительные органы теперь должны настаивать на изменении меры пресечения для Геннадия Кернеса. Сначала должен быть вердикт суда по всем статьям обвинений, и только потом Фемида может сделать скидку на состояние здоровья человека, который чартерным рейсом почему-то вдруг улетел в Италию, заявил глава МВД. Напомню, мэра Харькова прокуратура обвиняет в пытках и организации похищения людей во время Евромайдана. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили самого Геннадия Кернеса. Он сейчас с нами на связи. Геннадий Адольфович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вы находитесь на лечении в Италии и знали ли вы о запланированном на сегодня судебном заседании по вашему делу? Правда то, что я нахожусь в Италии на лечении. Я заранее имел это время, ну, как резерв для моего посещения Италии.
Поэтому мои адвокаты заявили ходатайство. Это ходатайство было удовлетворено судом. Поэтому на эту тему рассуждать не стоит. Потому что те рассуждения, которые ведет министр Аваков, у него, наверное, кроме меня, другого нету. У него все время я стою перед глазами, и он так хочет меня отомстить, что вот пишет в своем Фейсбуке все, что попало. А вы расцениваете как месть, желание мести заявление Авакова о необходимости изменить вам меру пресечения? Конечно, да, вы что, не прослеживаете в Фейсбуке министра внутренних дел, который к этому делу не имеет никакого отношения, кроме одного единственного, что он начинал его фальсифицировать. Но какое он имеет к этому отношение? Он каждому дает указания, что надо делать. То там губернатора уволит, а там еще что-то сделает. Пусть он за собой посмотрит сначала. Озвучена была дата 18 мая. Вы приедете на суд 18 числа? Конечно. Обязательно. Угу. Геннадий Анатольевич, спасибо вам большое за эксклюзивный комментарий. Геннадий Кернес был с нами на связи из Италии. Мы продолжим диалог в студии. Андрей Бузаров, политолог, международный гость нашего эфира. Вот к тому, что происходит в Украине, вот эти международные мероприятия. Вы услышали, что неблагоприятные были отзывы по поводу саммита Украины и ЕС. Какое ваше личное мнение? Каких-то результатов все-таки удалось ли хоть каких-то достигнуть? Или все-таки все в общем? Какой конкретики? Вы знаете, я внимательно почитал это заявление. И сейчас нести его с практикой, и с моим мнением, да и с вашим мнением, и со всеми гражданами Украины с точки зрения, я думаю, что самый главный позитив, который был, это ускорение реформ, которые пытается Украина проводить. Насколько они эффективны, я сейчас не могу сказать, это тяжело. В социальной, в экономической, в политической сфере. Конституционная реформа – это краеугольный камень такой всего, всей заявления. Об этом очень много говорят, но пока что конституционная реформа почему-то активно не проводится. Да? Пытаются ее провести, но не так активно, как, возможно, нужно было бы. Поэтому вот эти реформы, особенно борьба с коррупцией, они, безусловно, являются позитивом. То есть наши европейские друзья заметили какие-то подвижки позитивные, да? Отмечают это. Я бы не сказал, что они заметили, Украина больше их показала, что они что-то, Украина что-то делает. Вот вы говорили еще, что Йоханнес Хан, вот его заявление, это как бы очень серьезно, и сегодня вот, собственно, он выступал и сказал, что он очень позитивно отозвался о работе, которая проведена в Украине, и призвал инвестировать в Украину. И сказал, что даже 20 моих помощников или там проверенных мной людей, я уж формулировку точно не помню, и в сфере энергетики, и в сфере сельского хозяйства будут находиться в Киеве и помогать украинцам. Вот как бы сегодняшняя конференция. Это мы ожидаем золотой дождь. Сегодняшняя конференция, которая проходит в Киеве, да, на которой выступал Яценюк, она делится на две части. Первая общая, вторая панельная, так называемая. На этой панели будет четыре секции, в том числе по отдельной по инвестициям, по сельскому хозяйству, по энергетике. По поводу инвестиций. Я могу сказать, что потенциально инвестиционный климат в Украине сейчас колоссально на низком уровне. Куда вкладывать инвесторам? В какие регионы? В Запорожье, в Харьков, в Одессу, в Херсон, в Николаев, там нестабильная ситуация. То есть Юго-Восток сейчас закрыт потенциально для инвесторов. А на Западную Украину и Центральную Украину очень аккуратно инвесторы смотрят. В Донбасс я даже вопрос не поднимаю. То есть куда им вложить? И самое важное, в Украине не разработана система гарантий иностранного инвестирования. Завтра придут, заберут кто-нибудь, переворот какой-нибудь. Кто будет компенсацию осуществлять? Не существует. Она не разработана, никогда не существовала 23 года в Украине. А вот при приглашении иностранных инвесторов инвестировать в нашу ГТС, которая озвучила Арсений Петрович, как вы думаете, будет как-то воспринято? Это фактически продажа и отдача стратегического объекта. То есть это не экономический момент, это больше политический момент. ГТС это, ну, это важный системообразующий элемент для всей экономики страны. То есть это просто кому-то предоставить его в пользование, отдать фактически. 20 лет тут вопросы. Хотели россиянам там отдать, хотели кому-то еще. Насколько это целесообразно, тяжело сказать. А как, на ваш взгляд, может измениться риторика Российской Федерации после изменения в участников трехсторонней контактной группы со стороны России? Вместо Зурабова будет Кульмухаметов. Как может поменяться территория России? Вы знаете, Зурабов особо активен не был, я имею в виду бывший участник контактной группы от России. Это хорошо. Даже на официальном сайте посольства Российской Федерации его заявлений никаких не было. То есть за последний год посмотреть практически ничего не было. Он особо был неактивен. Больше Медведчук был активен, если объективно смотреть на ситуацию. Сам Кульмухаметов, он профессиональный дипломат. Зурабов
кстати, не является профессиональным дипломатом. Он чиновник, пенсионный фонд возглавлял Российской Федерации, советником был, но профессиональным дипломатом он не является. Кроме этого, профессиональный дипломат с огромным опытом работы в арабских странах, в самых сложных, естественно, экстремальных условиях. Все арабисты, как правило, они очень хорошие дипломаты. Поэтому я думаю, что это позитив, что от России будет такой человек. Но не исключено, что потихоньку все участники так называемой или трехсторонней, или четырехсторонней группы забывают про эту группу. То есть Зураб пока участвовал, да, это мы все знали, что представитель Путина, да, конкретно посол Украины в России, посол России в Украине. Вот. А уже, может быть, второстепенные роли будут у этой группы. В основном вопросы гуманитарные будут решать и обмен военнопленными. Угу. А каких результатов конкретно? Продолжается ли, по вашей информации, вот, видеоконференции? Все очень скрыто. Мы все узнаем от пресс-секретаря Кучмы, которая в Фейсбуке публикует, что вот была конференция, будет вроде как конференция такого числа. Она публикует у себя информацию, была ли эта конференция, не было. Даже сайты российские ничего, по сути, не публикуют. Короткие какие-то сообщения. Все скрыто. Спасибо. Продолжим следующим включением. Для того, чтобы получить безвизовый режим, Украина должна полностью имплементировать документ под названием «План действий по визовой либерализации». Большую часть домашней работы Киев выполнил, но в то же время украинцы продолжают верить, что безвизовый режим – это признание Украины европейской страной. Чего же не хватает нашим соотечественникам, кроме виз, чтобы стать настоящими европейцами, узнавали сегодня наши региональные корреспонденты. И с жителями Луцка общался наш коллега Павел Мельничук. Павел, что же сказали жители Луцка? Доброго дня. Насправді Луцьк вже давно європейське місто. Ще у 15 столітті тут був з'їзд європейських монархів, 20 років як діє єврорегіон БУХ, і університет вже кілька років як східноєвропейський. А чого не вистачає волинянам, лучанам, щоб бути європейцями, ми дізнавалися у перехожих, тож прошу пряму мову. Ми вже європейці, чого ж нам не вистачає? Да. Ми народилися в Європі. Українцям не вистачає чистоти. Українці повинні слідкувати за чистотою, а не гадити везде. Нам не вистачає порядку в усіх городах. Перш за все, нам менталітет треба повністю змінити. Допоки ми не змінимося тут, нема що змінювати в реальності. Не знаємо від самоповаги. Культури, перш за все. По-друге, звільнитися від такої думки хибної, що ніби Україна, там це страждання. Ми там все життя, всю історію страждали, ми комусь підкорялися. Це неправда, в українській історії купа інших прикладів. Можливо, не вистачає чуть-чуть самого виховання, культури, так само для підростаючого покоління. Потрібно, мабуть, зі школи навчати дітей, щоб вони саме була культура, наприклад, навіть того виховання. І от взяти, до прикладу, якщо пройти зараз по вулиці Лесі Українки, то немає ні одної сміттєвої урни. Але приємно, що вулиці є чистими, і, можливо, все-таки Луцьк стає європейським. У нас є все. Саме краще народ – це основне. Услышали мнение жителей Луцка. Также услышали мы мнение Андрея Бузарова. До этого в эфире общались с политологом-международником. Андрей, будем рады вас видеть еще. Спасибо большое. Спасибо большое.